Обычаи национальной кухни – это неотъемлемая часть культуры каждого народа. У людей любой национальности, проживая в другой стране, не всегда получается сохранить культурные традиции своей нации. Но кулинарные традиции своего народа сложно забыть. Всегда хочется вернуться в детство, когда мама и бабушка готовили тебе любимые блюда. А как народы, проживающие на территории Красноярского края, соблюдают свои кулинарные традиции? Об этом расскажем в нашей программе. В нашей программе мы расскажем о национальных кулинарных традициях нескольких народов, которые проживают на территории Красноярского края. С представителями некоторых из них мы познакомились на национальных праздниках, где обязательно демонстрируются кулинарные традиции. Одним из ярких национальных праздников, который отмечается в нашем регионе очень масштабно, считается татарский праздник Сабантуй. В каждом подворье татары радостно встречают своих гостей и угощают их национальными блюдами. Почивали нашими национальными блюдами. У нас основное национальное блюдо. Блюдо бишбармак называется. Бишбармак – это биш, это пять пальцев. Пять пальцев, потому что это блюдо едят руками. Лапша такая делается большая, и туда заворачивается мясо. И надо руками брать, и руками есть. Бульон пьется отдельно, в чашках подается. Татарский народ чтит память своих предков и бережно хранит традиции, в том числе и в приготовлении национальных блюд. Татарская кухня тесно связана с самой культурой народа, их образом жизни и обычаями. Татарский народ кочевой, происходит от племен Волжской Булгарии, поэтому на кухню оказала влияние и кухня, и обычаи соседних народов – русских, удмуртов, узбеков и таджиков. Благодаря тому, что географически татарский народ жил очень выгодно, в бассейне двух крупных рек Волги и Камы на столах у татар появились заморские яства, которые плотно вошли в рацион. Это чай, сухие фрукты, рис, орехи и, главное, приправы и пряности. Мы познакомились с красноярской татаркой Раисой Сафиной. Женщина воспитывалась в татарской семье. В Красноярске Раиса Сафина живет уже очень давно, но татарские традиции соблюдает и считает себя не сибирской, а коренной татаркой. Татары – очень гостеприимные и радушные хозяева. Если домой к татарской семье пришел гость, то он обязан отведать кушанья, которыми его угощают. Есть слово по-татарски «стылар». А нет эквивалента. Угощает «цилылар», а «стылар» нет перевода. Ну, как бы умоляет поесть, ну, в какой-то форме, ну, не знаю. Как бы не откажитесь, да, вот. Да, попробуйте это, не забудьте это, вот. Давайте положим это, еще не повторить ли. Вот такие фразы. Но они, какая-то ласка добавлена в эти слова, если по-татарски говорить. Не захочешь, да поешь. Раиса Галеевна рассказала, какие она татарские блюда готовит для своих гостей. И с удовольствием поделилась своими секретами. Это губадья. Тут изюм, да? Изюм, рис, тертое яйцо. Потом... Красный творог готовится очень долго, целый день. Все тюркоязычные народы, они были кочевыми, и простой творог, он же быстро портится, они его подсушивали. Вот примерно такой вариант. Он делается, разные варианты. Я делала из творога, килограмм творога, теплым молоком заливаю, потом кипячу. Потом немного, когда жидкость испарится, кладу масло, сахар и досуха перемешиваю. Сливочное масло? Сливочное масло. И затем получается такая смесь. Вниз выкладываю. Традиционным татарским угощением считается мясной бульон из говядины с лапшой. Татары обожают такое угощение. Раиса Галеевна рассказала нам, что готовится оно из специальной подготовленной говядины. Во-первых, мясо режется... определенным образом, это кровь выпускается обязательно. И животное подвешивается задними ногами после того, как зарежут. И кровь окончательно по каплям все выйдет. Поэтому бульон получается прозрачный.
по словам нашей героини, в татарской кухне большое внимание уделяют обрядам во время трапезы. Так, например, у татар принято, прежде чем гостей посадить за стол, обязательно подать им салфетку, чтобы ее постелили на колени. Вот вы мне сразу дали салфетку. Но у нас тоже, да, приходишь в ресторан, но опять же не везде. А вот подают такие салфетки, а вы прям сказали, что это обязательно. И если к вам в гости придут, вы тоже каждому даете. Да, если я не подала, я без особого уважения отнеслась к гостю. Говорят, что если не подаешь, они говорят, угощения много, а уважения нет. У татар есть добрый обычай подать гостям к столу одно общее длинное расшитое полотенце тастымал, которое стелится на колени. У Раисы Галиевны такое полотенце шито из льна, и передала ей его свекровь. Пока татарская хозяйка принимает гостей, она не может сесть с ними за стол. Это не запрещается, но по факту у нее нет просто на это времени. Нужно не только приготовить блюдо, но и следить за тем, чтобы гости не остались без внимания хозяйки. Да и очередность подаваемых блюд необходимо соблюдать. Ну, холодные закуски мы сразу ставим, потом подаем суп. Суп на прозрачном бульоне с лапшой домашней. Потом, когда видим, что подходит все до конца, выносим мясо. Картошка обыкновенная и мясо, которое варилось в супе, нарезаем. Красиво должно быть поперек волокон, такими вот большими. Это чтобы красиво было так? Красиво было. И делаем такое, припускаем, как записывается, припускаем лук и морковь. И сверху все это поливаем. И через 4 человека, 2 там, 2 там, ставим блюдо. Каждую трапезу татары заканчивают сладким столом и чайной церемонией. Гости, один из них, как бы формулирует тост. Ну вот. Пообедали вкусно, нас хорошо приняли. Давайте пожелаем вот то-то, то-то хозяевам. И такое желание высказывает, чтобы такие встречи были больше, чаще, чтобы мы общались, чтобы были мы единым народом, друг другу помогали. И если есть родственники, не рвали бы родственных связей. Если есть соседи, то не рвали бы и эти связи. Вот. На этом мы прощаемся. Я их благодарю за то, что они пришли. Угу. И говорю, что какой бы вкусный и хороший стол не был бы приготовлен, а без желанных гостей – это ничто. А мы, в свою очередь, тоже благодарим нашу героиню Раису Сафину за гостеприимство и интересный рассказ о татарских кулинарных традициях. И хотим познакомить вас со следующим гостем, представитель татарского народа Зинур Мансуров. Он рассказал нам о татарском деликатесе – колбаса из конины. И называется она козы. Она изготавливается из мяса конины. Мясо конины забивается тонкую конскую кишку. Вот она. Она наполняется. Здесь только мясо и соль. Наполнилась кишка, завязали и подвешивают ее. Дед у меня всегда подвешивал под крышей на чердаке. И на чердаке она в течение 4 месяцев вялилась, созревалась. После того, как созреет за 4 месяца, ну вот она дальше попадает на стол. Когда мы маленькие были детьми, там лет по 5, по 6, может, по 10 было, мы все ждали, ну когда, давай потихонечку одну колбаску, раз, ну вкуснятина, хочется быстрее. А на самом деле такой деликатес, она пробует. Тоже свежая называется. И конина, она примечательна тем, что она очень благотворно действует на организм, очень полезна для организма, не содержит холестерина, полностью усваивается. Следующая наша героиня – молдаванка Анна Сидорова. С ней мы познакомились на одном из национальных праздников, который проходил в Красноярске. Анна Михайловна проживает в Красноярске уже много лет, но молдавские традиции она не забывает и каждый раз собирает всю свою семью за одним столом. В моей семье это очень важно, любые праздники, или религиозные, или общественные праздники, российские. Главное – быть семьей и готовить, накрыть стол. А чтобы накрыть стол, я всегда только одну молдавскую блюду делаю. Только одну молдавскую блюду. У меня очень много еще не то что фантазии, очень много воспоминаний с детства. Мы в большой семье выросли, и мама нас учила, 5 дочерей учила готовить, стирать, ткать. Я умею ткать, вышивать умею, все. И вот, и конечно, песни. Песни. А за столом без песни
Ла-мульцан. Савица на татище музбань, это многое лето, многое лето, радости и любви. Это переводится вот так. Молдавия расположена в регионе, где растут виноград, фрукты и овощи. Это отразилось на кухне молдавского народа. Огромное количество существует рецептов молдавских блюд именно из овощей. Их варят, жарят, пекут, фаршируют, тушат, солят. Традиционными считаются блюда из кукурузы, фасоли, нута, баклажанов, кабачков, перцев, лукопорея, помидоров, капусты, а также тыквы. Практически все овощи заготавливаются впрок. Их квасят, солят и консервируют. Молдаванка Анна Сидорова с удовольствием рассказала нам о своей национальной кухне и блюдах, которые молдаване готовят в повседневной жизни и угощают всю свою семью. Семья в первую очередь от плацинды – это пироги, или вертута называется. Ну вот как есть у многих восточных кухней, есть лаваш. Только у нас как по типу лаваша с начинкой. Вот начинка ложится любая – творог, картошка, капуста, вишня. Любое сладкое, даже повидло можно, даже халву можно на слоеном тесте. Вот это называется плацинда. Вот это пироги. Но она или вертута, она круглая. Можно пирогами вот так делать, а можно вот круглую. Молдаванка Анна Михайловна очень любит готовить блюда молдавского народа и особенно экспериментировать с новыми рецептами. Так недавно для себя женщина открыла молдаванское блюдо «мегарика». В переводе на русский означает «вкуснятина». С нами она щедро поделилась секретами его приготовления. Курица берется, варится на медленном-медленном огне со всеми специями. Чуть-чуть водички, даже чтобы не накрыло курицу, чтобы не накрыло воду курицу. И это медленно. Отдельно пол ведра. Я просто так на глаз, можно было и ведро даже. Я устала вчера чистить лук, и тушится потихонечку с солью. Потом добавляются только помидоры. Ничего больше не идет, ни морковка, ничего. И когда вот этот лук маленько попарился, он даже не жарится, парится, вот эту курицу вытаскивается с бульона, и даже желательно чуть-чуть с этим бульоном сюда, вот в этом луке, еще минуты три вот так и тушится. Прям не боитесь своими секретами делиться? Нет, а почему? Я даже рада, чтобы люди, пожалуйста, пусть делают. Следующий наш рассказ будет о кухне узбеков, проживающих в Красноярском крае. С представителями узбекской автономии мы познакомились на одном из праздников, посвященный урожаю дыни – Кавун-Сайли. Узбекская кухня имеет глубокую историю и тесно связана с узбекской культурой, языком и традициями. Происхождение многих узбекских блюд имеет общие корни с традиционными азиатскими блюдами, такими как плов, лагман, манты и другими. Однако в Узбекистане есть свои особенности приготовления этих блюд, а также свои совершенно оригинальные кушанья. Вот у нас, знаете, вот когда мы готовим плов, у нас горох надо налаживать. Горох, да. И мясо мы мелко резаем. Там много приправа, там зира. Чтобы приготовить столько плова, узбекский повар засыпал в казан 30 килограмм риса. В Узбекистане можно часто встретить именно мужчин-поваров. Считается, что блюдо, приготовленное мужской рукой, приобретает сладкий вкус. В Узбекистане мужчин-профессиональных поваров зовут ашпаз. В широком смысле ашпаз означает повар, но обычно в узбекском языке под этим термином понимают именно специалиста по приготовлению плова. Вообще у узбекского народа принято, что плов готовит мужчина, а женщина помогает в этом деле. Но секретами приготовления вкусного плова узбеки не боятся делиться. Смеются, что в этом деле главное не знание рецепта, а опыт. У всех не получается. Хоть сколько скажи, у всех не получается. Почему? Не знаю, какой-то секрет, наверное, есть. Сразу получилось? Нет, нет. Это приходит? Конечно, потихоньку. Сразу вот 25, например, 50 килограмм рыса готовит, это не получается. Сначала 1 килограмм, 2 килограмма, потихоньку потом получается сока много готовить. Для узбекской кухни характерно приготовление мяса. В первую очередь баранины и разнообразной пернатой дичи, перепелов, куропаток при полном отказе от свинины. Мясо свиньи считается у мусульман нечистым и негодным к употреблению. Узбекский народ отказывается и от жирной домашней птицы, гусей и уток. Также редко узбеки употребляют в пищу курятину и индюшатину. Особенно кухня узбеков славится их шашлыком. Говорят, что узбекские мужчины – настоящие повара шашлыка, но сами узбеки этот факт отрицают. От рубки всегда зависит. Вот я, честно сказать, я уже на этом празднике 8-й или 7-й год, да каждый год вот, да, с
Сабантуй, как мы были, вот, вот узбекский праздник. Мы постоянно ездим вот, по праздникам. И шашлык жарим. Для людей сделаем, чтобы всегда вкусно было. Для информации. Специалисты в области кулинарии отмечают, что рассуждая об особенностях традиционных кухонь и кулинарных обычаев, нужно понимать, что среди них нет более полезных или менее полезных. Каждый из них для своего народа несет в себе здоровье-сберегающий потенциал. При этом для каждого человека самым предпочтительным оказываются блюда его традиционной культуры. Известный исследователь и знаток кулинарии Вильям Похлебкин утверждал, что существует три главных принципа, на основе которых следует разработать для себя наиболее рациональную систему питания. На первом месте блюда национальной кухни, прежде всего своей. На втором месте блюда знакомые и любимые. Традиционные для предшествующих поколений семьи. И на третьем месте блюда, лично ценимые и приятные каждому, даже те, которые относятся к кухням другой культуры. Самое главное, чтобы в рацион питания были включены блюда разной обработки – печеные, вареные, жареные и тушеные. Мы уже говорили о том, что на особенности и традиции многих национальных кухонь повлияло соседство с некоторыми странами. Ярким примером является эстонская кухня. На эстонские традиции приготовления еды повлияла германская, датская, шведская и русская культуры. На одном из эстонских праздников, который прошел в деревне Хайдак Красноярского края, мы познакомились с представителями эстонского народа, которые проживают в нашем регионе. Эстонская кухня отличается оригинальным вкусом еды и большим разнообразием закусок. Исторически сложилось так, что основной прием пищи для большинства эстонцев приходился на вторую половину дня. Вечером за столом собиралось все семейство. К ужину подавался суп, мясное или рыбное блюдо, а также напитки – молоко, квас или кисель. Окончательно особенности эстонской кухни сложились к середине 19 века. Основу ее составляют сытные блюда из мяса, рыбы, бобов, круп и картофеля. Для национальной эстонской кухни характерно использование малого количества приправ в силу территориальных и климатических условий в Эстонии, а также из-за того, что долгое время они были очень дорогими. Традиционной национальной едой считается у эстонцев сету домашний сыр. Для особого вкуса они добавляют в него семена тмина, ну а о самом популярном блюде нам рассказала Вера Ойнец, член Общественной палаты национальности Гражданской ассамблеи Красноярского края. Есть такое очень вкусное, очень сытное блюдо – мульдикапса. Это квашеная капуста, тушеная с перловкой и со свининой. Это очень вкусно. Это выкладывается сначала в чугун очень довольно много ребрышки свиные, такое хорошее мясо. Потом свежеквашеная капуста, потом слой перловки. И потом это все заливается водой. Она очень медленно тушится, ее не мешают. Часа два до запаха готов. Потом перемешивается, и только потом добавляется там солец или специи какие-то. Это очень вкусно на самом деле. Родные сестры Елена Кузнецова и Любовь Павлова по национальности эстонки сету. Они родились в Рыбинском районе Красноярского края, но свои эстонские корни помнят и чтят. Потому и своих близких радуют только эстонскими блюдами. Паксу капста называется у нас такое блюдо, но здесь маленько по-другому называют, но мы в деревне называем паксу капста. Еще есть у нас такая, как называем, макалка. Вот это вот. Макалка. Да, вот это тоже. Даже сегодня я спрашивала. Ну, это, значит, так оно жарится сало на сковородке свежее, подсаливается. Даже проживая на территории Красноярского края, эстонцы отмечают как свои национальные праздники, так и наши, русские. Но на праздничном столе у сибирских эстонцев стоят национальные блюда. На Рождество эстонцы готовят мульгикапса, про который я вам рассказывала, кровяную колбасу. Причем это готовится, ну, в каждой территории их еще коптят на разных дровах, там, на можжевеловых, там, на, и так далее. И делается гарнир, это тыква маринованная, очень вкусная, и делаются, ну, вкусные всевозможные десерты. То есть вообще эстонская кухня – это еда крестьян, простая еда, но в современном мире, конечно, там очень много всего существует сейчас, но все равно эстонцы делают очень вкусную ветчину, у них очень вкусные молочные продукты, сыры, но на Рождество все равно все готовят старую кухню, это принято обязательно. Самый простой и приятный путь приобщения к культуре другого народа лежит через его кухню. Если мы знаем, каким блюдом славится кухня ее народа, значит мы знаем его культуру и характер. Ведь не зря говорят, мы есть то, что мы едим. И благодаря знакомству с национальной кухней наших героев, мы можем сказать о приобщении к их культуре. Национальная кулинария – это часть национальной культуры. И благодаря тому, что традиции одной кухни влияют на другую, мы можем смело говорить о взаимодействии и дружбе народов.
Отдел МВД России по Богучанскому району уведомляет граждан о возможности получения по линии МВД ряда услуг в электронном виде. Зарегистрировавшись на едином портале государственных и муниципальных услуг на сайте госуслуги.ру в разделе «Каталог услуг» необходимо выбрать ведомство МВД РФ и государственную услугу, которую желаете получить. На данном сайте можно подать электронное заявление, без надобности предоставлять его лично в письменном виде на выдачу справки о наличии и отсутствии судимости, записаться на добровольную дактилоскопическую регистрацию, подать заявление о правонарушении, заявление на получение и продление разрешения на хранение, ношение, использование оружия, на получение лицензии на приобретение оружия, а также на продление удостоверений частных охранников. По линии госавтоинспекции можно узнать о наличии штрафов ГИБДД и оплатить их, подать заявку на обмен водительского удостоверения и на регистрацию транспортного средства. О готовности справки, месте и времени ее получения на электронный адрес заявителя направляется уведомление. Опять в кошельке вашем пусто, а денежки ой как нужны. Вы приходите в капусту. Капуста всегда, капуста легко, капуста даст денег взаймы. До зарплаты, до пенсии, от 500 рублей и выше. Пенсионерам, а также имеющим справку 2 НДФЛ, льготная отставка, юридические услуги, гражданское, семейное, трудовое право. Нужны деньги, приходите в капусту. Село Богучаны, улица Октябрьская, 103, офис 23, напротив районного дома молодежи. Телевизор Fusion диагональ 32 дюйма. Только для вас по специальной цене 15 890 рублей. Магазин «Телеспутник», улица Октябрьская, 81. Торговый дом «Дружба». Магазин «Пластик Плюс» представляет широкий ассортимент качественной пластиковой и одноразовой посуды для любого случая. Отмечайте день рождения детей вне дома, спешите в «Пластик Плюс» за яркой красочной детской посудой. Вы найдете все, что необходимо для украшения стола. Отправляйтесь на природу, и здесь вас выручит товар магазина. Большой выбор кастрюль в наборах, сковороды, контейнеры для хранения продуктов, кухонные аксессуары и различные мелочи, покупка которых так приятна любой хозяйке. Пришло самое время начать готовиться к Новому году. Елочные игрушки необычайной красоты, мишура и многое другое для праздника и настроения – все здесь. Приходите, делайте удачные покупки по выгодным ценам. Мы ждем вас. Магазин «Пластик Плюс» находится по адресу. Село Богучаны, улица Герцена, 13, здание номер 8. Часы работы с 9 до 18 часов. Выходной – воскресенье.